Рокин Шоу. Только в Одессе полиция может приехать быстрее, если вы добавите 50% засрочность. Только в Одессе полицейские, штрафуя нарушителя, берут еще 10% за обслуживание. И только в Одессе можно встретить такой полицейский патруль. Полиция! Полиция! Слава богу, полиция! Ой, молодой человек, вы не могли бы кричать: «Полиция, молодцы! Полиция, молодцы!» От вас хоть какой-то толк будет. Вы не понимаете, у меня украли деньги. Ой, вы так это говорите, прямо хочется вынуть свои и пересчитать. Слушайте, я смотрю, вы вообще не собираетесь напрягаться. А зачем напрягаться каждый день, если зарплату платят раз в месяц? Слушайте, у меня украли деньги, и вы обязаны мне помочь. Ой, хорошо, хорошо, с большим удовольствием. Добро пожаловать в кредитный отдел. Алло, алло, да, слушай, ну что ты сейчас, секундочку. Ну что ты начинаешь, это не телефонный разговор. Давай лучше вечером сядем за столом и поговорим. Да, все, давай, обнимаю. Начальник полиции звонил. Ой, я смотрю, им в этих прохладных кабинетах вообще делать нечего. Да. Так, 3 бутылки продал. Вот твоя доля. Отлично. Я смотрю, идет наше кошерное грузинское вино. Будешь вино? Нет, вкусное. Спасибо, не буду. Ну что, тогда поехали. Ой, Давидик, я бы поехал. Просто этот молодой человек утверждает, что у него украли деньги и требует от нас каких-то действий. Ой, слушай, я не понял сразу, извини. Какая утрата, брат? Все, поехали. Поехали. Да, куда поехали? Куда поехали? Все. Вы что, не понимаете? Меня ограбили. Во что ты кричишь об этом, как девчонка? Будь мужчиной, обокрали, перетерпел, пошел дальше. Вы не у меня украли 1000. Уа, слушай, для Одессы это вообще не деньги. У меня украли 1000 долларов. Ой, ну это, конечно, в 26 раз увеличивает наш интерес. Но поймите, если мы сейчас кинемся искать вашу 1000, мы потеряем наших 2. Минимум. Да, извини. А, секундочку. Алло. Да, продаю. Тачка бомба, слушай, только после ТО. 2 комплекта резины. Нет, вот так, как на фотографии, с мигалкой продаю. Да, давай. Все, поехали. Куда? Ну, слушайте, вы можете хотя бы составить протокол? Вы же полиция. Ой, каждый вот знает, что полиции надо делать. Хорошо, хорошо, хорошо. Что там у вас произошло? Давайте говорите. Это что, протокол? Это черновик. Черновик? Или вы думаете, что я буду об вас портить официальный бланк? Слушай, не надо ничего портить. Я сейчас устно прошу. Когда у вас произошло это мелкое недоразумение? Когда? Да вот полчаса назад буквально. Вот, все уже нужно дело закрывать. Как закрывать? Это Одесса, он уже давно потратил эти деньги. Слушайте, ну его-то самого надо поймать. А, ну чтобы его поймать, вам нужны свидетели ограбления. Они у вас были. Понимаете, там так быстро все, так темно. Вот, возьмите. Так. Это надежные люди. За умеренную плату они подтвердят любые ваши показания. С другой стороны, телефон недорогого такси. Все. Все хорошо. Счастливо. Ну, куда вы уходите? Я не понимаю. Они же мне не только деньги. Барсетку украли. Ладно, купишь себе новую. Ну, да там были, представляете, деньги, документы, ключи от машины. И все. Ну, там жвачка, презервативы. А? Ирония судьбы, слышал, Голиаф?
как только ты хотел кого-то поймать, сразу же поймали тебя. Очень смешно, очень смешно. А мне документы надо переделывать, права, все. Ой, ну не волнуйтесь вы так. Если у вас там действительно были документы, как вы говорите, они вам обязательно позвонят. Да откуда они узнают мой номер? Это Одесса, здесь все друг друга знают. Ну и что, что это? Пожалуйста. Алло? Что? Они предлагают вернуть права за $1000. О! Не соглашайтесь ни в коем случае. Я вам новое за 500 сделаю. Да вы что? Что? Я так понимаю. А что? Вы надо мной издеваетесь. Тогда, значит, мы пойдем сейчас к вам в участок, и там будем разбираться. Да-да, сейчас поедем. Вот только Prius наполним и поедем. Сейчас еще двух этих жертв подождем, вот таких, как ты. Я же не буду полупустой Prius гонять только из-за тебя. Хорошо. Тогда я вызову такси и поеду на такси, где эта ваша визитка. Да, конечно, вызывай кого хочешь. Пожалуйста. Сейчас я вызову. Алло, такси, мигалочка, без пробок, слушаю. Да что это за цирк вы тут устроили? Алло, что? До цирка 200 будет стоить. Это я с вами разговариваю, слышите? Можно потише, я с человеком общаюсь. Да. 200... Да это вы со мной общаетесь, я вам звонил, вот я... А, понял. Извините, перезвоню. Так что, к цирку едем? Знаете, что я сейчас сделаю? Я вызову другой наряд вот сюда, вот сейчас. И тогда мы посмотрим. Не надо другой наряд, давай за 150 поехали. Какой у вас тут номер полиции в Одессе? Как везде, 112? Да, да, у нас номер тот же, 112, но у нас вызов платный. Вас приветствует одесская полиция. Если вас ограбили, нажмите 1. Если вас ограбили и у вас остались деньги, нажмите 2. Если вас ограбили и у вас не осталось денег, примите наши соболезнования. Если вам нужна квартира недорого у моря, жмите 063-23-84-111. Ну вот, ну что это за город такой, а? Вас, слушай, прекрасный город. Да? Ты просто не понял его. Для того, чтобы Одессу почувствовать, нужно сначала выпить немножечко грузинского вина. Какое вино, я не понимаю. Вы должны выполнять свою работу. Какую ты хочешь, чтобы я выполнял тебе работу? У нас пик сезона, у меня 3 работы. Ты хочешь, чтобы я тебе посадил сюда на плечо орла и сфотографировал? Или ты хочешь, чтобы я тебя прокатил на ослике? Или хочешь, я тебе налью вина? Ну, вы же полицейский. Кто? А, точно, это вообще 4 работы. Ты хочешь, чтобы меня четвертовало тут по Одессе? Как? Знаете, вот теперь мне понятно, как у вас тут работает новая полиция. Все понятно. Понятно? Понятно. Хорошо, на. Пожалуйста, все ему понятно. На, держись, теперь ты полицейский. В смысле, вы что, мне дали фуражку... Какую-то ерунду, и я типа полицейский? Ну отожмись еще 50 раз. Нас так набирали. Вот это набрали новую полицию. Вот это набрали. Ой, ну посмотрите, что за люди, а? Им не нравилась милиция, вам сделали полицию. Теперь вам полиция уже не нравится. У меня такое ощущение, что реформы не успевают за вашими желаниями. Вы можете хотя бы показания у меня взять? Или это тоже платно? Ой, ну за кого вы нас принимаете? За, для потерпевших в первый раз бесплатно. Ну только можете вот там присесть на стульчик. Давай. На стульчик? Да, вот так вот. Чуть-чуть пододвиньте его. А зачем? Ну просто фон красивый, за вами море. У нас просто маленький YouTube-каналчик, мы это видео выкладываем. Какие-никакие копеечки. Да.
И можете в конце сказать, подписывайтесь на Мигалочка ТВ. Да, и лайкайте, лайкайте. Ага. Все? Да. Я приехал в Одессу отдыхать. И меня ограбили в первый же день. Полиция ничего не делает, никто ничего не делает. Я буду всем говорить, чтобы в Одессу не ехали. А, дорогой, что ты такое говоришь? Что сразу не сказал, что такая несправедливая ситуация? Слушай, а тебе надо расслабиться, выпей вина. Денег не надо. А, не надо? Не надо. Жить негде, будешь жить у моего брата. Бесплатно. Бесплатно? Конечно. Да. За еду тоже не беспокойтесь, моя мама готовит прекрасную рыбу. Вы наловите, она пожарит. Подходит. А на пляж будешь ходить тоже бесплатно. Как? Я тебе свою форму дам. В нашей форме бесплатно. Слушайте, ну так приятно, даже неожиданно как-то от полицейских. Ва, что ты заладил? Полицейские, полицейские. Мы в первую очередь... Одесситы! Понимаешь? Я Одессу видел. Ну, как бы мельком там... Что ты? Я тебе сейчас все покажу. Да? Одесса, красавица! Да вы что? Да, поехали! А куда поедем? Все к тебе покажу. Все!